Mi Band 4, Honor Band 5 – это, безусловно, классные фитнес-смарт-часы. Но вот именно, что это фитнес-смарт-часы, вы их не оденете под костюм на официальное мероприятие. Возможно, вы просто любите классический стиль часов. Так что же делать? Какие часы выбрать в классическом исполнении со всеми присущими функциями обычных фитнес-трекеров можно выбрать? Также, чтобы была хорошая автономность работы и, естественно, не кусалась цена. И с одним из таких вариантов я сегодня вас познакомлю. Классические часы Yumidigi U-Watch 2. Экран 1,33 дюйма с разрешением 240 на 240 точек, защищенный 2,5D стеклом, устойчивым к царапинам. Корпус выполнен из алюминия и имеет защиту IP67, то есть не боится пыли и мелких капелек воды, плавать нельзя. В часах Yumidigi U-Watch 2 используется экономичный процессор Nordic 52832 и батарея емкостью 180 мАч. По факту данного объема батареи хватает на 7 дней, и это при использовании практически всех функций. К примеру, у вас активен будильник, мониторинг сна, отслеживание пульса в течение дня, получаете уведомления и управляете музыкальным плеером. Как по мне, неплохая автономность. Полная зарядка устройства занимает чуть более 2 часов. Вес часов 44 грамма. Часы прекрасно смотрятся как на мужской, так и на женской руке. Часы упакованы в фирменную коробку из плотного картона. Данная упаковка мне очень понравилась, так как реально выглядит так же очень стильно, как и сами часики. В комплекте, естественно, часы. В комплекте два ремешка, один из них, это который сейчас установлен у меня на часах, это силиконовый, очень приятный на ощупь, это один из лучших ремешков, которые вообще я держал в руках. Из минусов данного ремешка я хотел бы отметить то, что он достаточно маркий. Второй браслет металлический, с такой вот магнитной застежкой. Сам браслет также очень хорошего качества, на руке сидит приятно, то есть носить его комфортно. И магнитная застежка очень-очень сильная, то есть посмотрите, мне приходится много приложить усилий, чтобы ее расстегнуть. Поэтому браслеты в комплекте просто шикарные. Естественно, мануал на различных языках, русского здесь нет, из доступных только английский. С помощью данного мануала нам придется по QR-коду скачать приложение для работы с нашими часами. Также в комплекте вот такой вот кабель с магнитной площадочкой. Часы заряжать очень просто, просто примагнитили и заряд пошел. Магнит не могу сказать, что очень сильный, но и не слабый, то есть если просто вы положите часы, магнит не отпадает, заряд идет. И вот, собственно, наши часики. На данный момент я ношу силиконовый браслет, так как он мне все-таки поприятнее к телу и носить мне его более комфортно. Хотя сам магнитный браслет металлический, также, как и говорил, очень шикарный. Кому что нравится, сможете выбрать. Внешний вид данных часов очень минималистичный, собственно, этим и привлек меня дизайн. То есть стекло, устойчивое к царапинам. И посмотрите, вот здесь такие по контуру часов идут маленькие точечки. И кнопка активации экрана. С тыльной стороны у нас площадочка для зарядки магнитная. И датчик для считывания всех наших показателей. Корпус, как и говорил, металл. По качеству сборки здесь все отлично. И когда вы берете в руки, нет ощущения, что вы взяли дешевую вещь. На солнце и под определенными углами вы даже не поймете, что сам дисплей здесь квадратный. То есть форма часов у нас круглая, а сам дисплей 240 на 240 точек на дюйм, он внутри квадратненький. Но в целом это смотрится все гармонично и нет ощущения как бы встроенного вовнутрь дисплея. На данный момент стоит яркость на 5, смотреть в него комфортно и цвета достаточно приятны, вы можете скачать различные watchfaces. Кнопка активации экрана вот такая вот, ну как кнопка, сенсор, точечка, да, жмем, активируется экран. Из минусов, посмотрите, он достаточно быстро тухнет. Вот такой вот основной у нас watch face. Показывается дата и зарядка, и время сколько. Свайп влево, можем посмотреть спорт, активировать какую-либо функцию. Еще свайп влево — это шаги, то есть это быстрый предпросмотр доступных функций. И спать режим, да, тут немножко еще корявенький, к сожалению, перевод. Но возможно в будущих прошивках этот вопрос как-то еще решится.
Свайпом вверх мы можем посмотреть доступные функции спорт. Это различные режимы тренировок. Здесь ходьба, беговая, видите, велосипед, скакалка, бадминтон и баскетбол. Как вы видите, перевод немножко кривоватый и шрифт сам по себе мне как бы не очень нравится. То есть что-то с большой буквы, что-то с маленькой. В общем, различные режимы тренировок. То есть как бы по шрифту есть что допиливать. Вот посмотрите, да? Тот же, к примеру, спорт с большой, потом маленькая, сердце полностью с большой буквы идет. Сердце — это, естественно, у нас померить пульс. Кровь — это артериальное давление. SPO2 мы можем померить кислород в крови. Потом сообщения прочитать, различные уведомления. Кстати, вот можете посмотреть, как читаются здесь уведомления. Текст вполне более чем читабельный и достаточно крупный, то есть мне читать комфортно. Потом погода. Можем посмотреть погоду на сегодняшний день. Съемка — это управление фотоаппаратом на телефоне. Но я этой функцией не сильно пользуюсь, так как это, мне кажется, не очень удобно. Если вы запускаете съемку, запускается на телефоне именно приложение самих часов. И там вы не можете уже, собственно, видео запустить, либо там резкость отрегулировать, фокус ловить. То есть как бы фоткать не очень удобно через это приложение, скажем так. Управление плеером музыкальным, то есть плей-пауза, переключение песен, это очень удобно. В тех же, да, Mi Band 4 это есть, и здесь тоже есть. То есть по факту они не сильно уступают тем же, да, Mi Band, если сделать отсылку к какому-то именно такому более новомодному фитнес-трекеру, который там хорошо продается, то эти, в принципе, ничем не уступают. Также здесь доступен таймер и набор, хотя, ну вот видите, да, как бы могли просто перевести инструменты или настройки, здесь это набор, то есть, ну, перевод корявенький. Выключить звук, настроить яркость, включение-выключение, все. То есть, собственно, по функционалу здесь абсолютно стандартный набор функций. На солнце дисплей видно вполне комфортно и какую-то информацию считать вполне получится. Что хотел бы отметить касательно всех этих функций, то есть как они меряют давление, там пульс, есть погрешность. Если пульс меряют вроде бы как идентично с показателями того же там Mi Band 4, они совпадают, то, к примеру, артериальное давление, если сравнивать именно с прибором для замерки, да, то погрешность где-то процентов так 10-12. То есть как бы всем этим показателям, я думаю, не стоит верить и брать их данные прям за правильный. То есть в целом в данных часах абсолютно стандартный набор функций, которые ничем нас не удивляют, но и не уступают другим своим собратьям часам. Ну и давайте покажу приложение Dofit, что оно из себя представляет. Основная вкладка «Сегодня». Здесь мы можем посмотреть наши шаги, просмотреть сон, посмотреть пульс, артериальное давление, уровень кислорода. Вторая вкладочка – это непосредственные настройки самого устройства. Здесь мы можем выбрать различные доступные нам циферблаты. По умолчанию ESD4 и дополнительно можно посмотреть еще. То есть по факту их там буквально штучек 20. Как бы возможно, это с какой-то прошивкой будет еще добавляться более большое количество циферблатов. Настроить различные уведомления, которые мы будем получать. Тут у меня сейчас телефон, сообщения, можем Facebook, Twitter, Skype, Instagram, там ВК, другие, то есть различные уведомления с различных приложений, которые нам интересны. Настроить будильники, настроить съемка, это запускаем само вот это вот приложение, то есть чтобы что-то сфотографировать. Прочее, здесь просто всяческие настройки, данные о себе указываем. И обновление ПО. На вкладке «Мои данные» здесь мы прописываем все стандартно. Вес, там, имя, что хотим, цели, которых мы хотим достичь. Вот, к примеру, в целях указано 8000 шагов. И в течение дня, если мы проходим 8000 шагов, на экране часов происходит такая веселая анимация. Поздравления, фейерверки, что мы достигли своей цели. И, собственно, все. Абсолютно стандартное приложение. Очень простое в использовании. Все доступно и понятно. Несмотря на то, что некоторые данные, полученные во время использования некоторых функций, не так точны, как хотелось бы, и достаточно примитивные иконки интерфейса, я данными часами остался вполне доволен. Стильный минималистичный дизайн, корпус металл, неплохой дисплей, на котором комфортно читать уведомления, неплохая автономность работы и вишенка на торте – это два классных браслета. Так что, кто искал фитнес-трекер в классическом исполнении часов, я думаю, вам стоит обратить внимание на Umidigi U-Watch 2. А у меня на этом все. Пока!